В Днепре планируют создать круглосуточное экологическое патрулирование. Система будет работать по многим направлениям, начиная с вывоза мусора и заканчивая городским общепитом. Проблема экологической обстановки в Днепре связана с нехваткой общественных инспекторов, поскольку в области их всего 5. Естественно, такое малое число специалистов не может обеспечить всеохватывающий контроль, тем более, когда речь идет о целом ряде проблем. Горисполкоме надеются, что создание инспекции изменит ситуацию. В скором будущем у экопатруля появится своя страница в интернете и телефон, по которому при необходимости можно будет связаться с новой службой при обнаружении любых экологических проблем в Днепре.